Здравствуйте, дорогие мои друзья! У нас сегодня лето, очень тепло, вообще так комфортно, хорошо. 23 градуса, наконец-то мы дождались тепла. Черемуха цветет. Видите, как красиво. Такая красота. Петюль, мне кажется, ты уже спать лег, а все напиваешь, а, Петюш? Петь. Молодец. Там другой еще сидит, напевает. Чего ты там выглядываешь? Еще один выглядывает. Два голоса. Ой, вы хорошенькие. Нарушила вас такой. Сейчас убегу, убегу от вас. Приперлась, скажи, тут спать не дает. Ну, успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. Все, спокойной ночи вам, убегаю. Картошечку посадили у меня дети, а здесь под капустку оставила еще место. Вот косим курочкам. Рожь. Режем меленько и даем. Алису на улице вот посеяла, накрыла горшки, чтобы быстрее взошли. Купила две петунии новинки. А продавцы такие были, что даже не знают, как называются. Девчонки, может, вы знаете, как эти называются у меня петуньки? Такие красоточки. Новинки, сказали, не знаю вот только, как называются. Даже вот такие большие вазоны, и здесь у меня рядышком, вот видите, беседка. Если вдруг какое похолодание, я сразу занесу ее и закрою. Все-таки еще боимся возвратных заморозков. Моя петунька еще пока маленькая, еще, конечно, не цветет. Вот, но еще рано ей цвести, я ее посеяла очень поздно. Но вот соблазнилась, купила вот такие вот две красоточки. Да, и забыла сказать, вот еще герберы. Что-то у меня они в этом году не получились. Взошли, я их распикировала, но никак что-то они у меня не пошли. А это вот взяла желтенький и оранжевый. Два цвета. Тоже сейчас высажу. Уже на постоянное место жительства. Уже в большие вазоны, в горшки. Вот взяла обычную землю и добавила, видите, агробалт. Такой вот рыхлый-рыхлый субстракт. Сейчас все перемешаю и посажу. Пока удобрений никакой не буду добавлять, потом кормлю, пусть приживутся сначала. Пересажу сейчас еще свою пеларгонию. Она у меня уже, видите, выстрелила бутончик. Сейчас покажу, как называется. Вот название, это для тех, кто любит собирать сорта пеларгоний. Такое название. Ну, должна быть как под красоточка, как розочкой. Приготовила землю, сейчас высажу. Так, аккуратненько, аккуратненько. Приминаем, приминаем стаканчик, выкрутили. Вот видите, какая хорошая корневая система. Сейчас вот так немножко я уберу вот это вот кружочек этот, чтобы они расползались потом вширь корешочки. Все, вот так вот. Все и высаживаем. Заглублять не надо. Вот я уже чувствую, что я глубоко сделала глубокую луночку. Вот так вот заглубляем, чтобы не заглубить. Самое главное вот наравне, в общем, сделать землю. Наравне, как росла она в горшочке в маленьком, так ее посадите сюда. Так вот чуть-чуть придавлю и обожму. Вот так вот обниму вокруг земельку. Все сейчас полью. Во время полива она еще немножко земля подсядет. И будет все хорошо. И вот корешочки вот так вот будут расстилаться. И она будет красиво у нас расти. Сейчас полью просто обычной водичкой. Вот так вокруг. А потом уже через дня три полью удобрением кристаллон цветочный. Вот такой вот кристаллон цветочный. Вот видите. Высаживаем вторую
Красивая прям такая, интересный цвет, просто какой-то солнечный. Интересный цвет. Сейчас тоже так аккуратненько приминаем, приминаем. Тоже хорошая корневая система. Здесь вот расправляем немножечко корешочки, а то они закрутились, а спиральку так освобождаем. Все, высаживаем. Тоже так же сильно не углубляем. Все, даже вот немножко углубила, чуть-чуть подсыплю земли. Вот так. Все. Немножко обнимаю вот так вокруг землю. Ну и все, посадили вторую нашу петуньку. Поливаем. Вазоны у меня находятся, видите, под крышей колодца, поэтому, когда будет дождь, не страшно. Но уж если будут возвратные заморозки, я их спрячу. Герберы сейчас еще посажу, и все на этом. Нужно было, наверное, еще какой-то добавить цвет. Я думаю, сюда, наверное, подойдет белый. Как вы думаете? Белый цвет, наверное. Вот видите, солнца нет, они закрываются. Они расцветают прям в полную такую, открываются полностью только когда солнышко много. Видите, все, закрылись. Вот они любят очень солнышко. Сейчас я как раз посажу их на солнечную сторону. И, наверное, завтра докуплю еще третий цвет, белый. Будет тогда красиво смотреться они в вазоне, когда их будет три штучки. Тоже хорошая корневая система. Вот немножечко сейчас уберу. Тут вот колечко. Вот так вот. Все. Вот так вот и посажу. Что-то я вместо гацани и герберы до герберы извиняюсь. Я их тут залила, они тут прям у меня. Залила, они прям у меня здесь такие сыренькие. Сырые, видите, как сильно залила. Поэтому поливать сейчас не буду. Так вот расправлю корневую систему, видите. Какая мощная корневая система. Я даже не знаю, когда они их сеяли. Что уже, видите, цветут. Я думаю, наверное, в январе. Так, все. Готово к посадке. Это все. Ну, все на этом. Как-то так. Ну, вот. И первые мои посадки цветов в вазоны. Сейчас вокруг пройдусь, покажу вам, как у меня тут все будет выглядеть. Ну, пока что, конечно, никак. Пока что еще вот так вот только. Ну, а потом летом буду вам показывать, что и как тут у меня будет расцветать и разрастаться. Там всем пока-пока, всем вам теплого мая и удачных посадок. Давайте послушаем с вами соловьиные трели. Я вот вам сняла, как соловушки поют.